Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А вы знаете, вы очень давно участвовали в этой программе. Я тут посмотрела по архивам, года 4 как. Помните? Был такой эксперимент. Наверное, нет, если быть честным. Не помните, вы с телезрителями еще тогда общались по скайпу. Поэтому вот для меня эта программа запомнилась. Вопросы вам задавали интересные. Здравствуйте. Могу вам предложить чай или кофе? Чай Верди, Фере, Захар. Мне кофе американо. Спасибо. Хорошо, столько воды утекло, но согласитесь, стало... Вы имеете в виду реку Бык? Ну да, отчасти. Уже как-то даже реку это люди не называют, вы заметили? Ну, не знаю, вот много событий произошло за эти годы. И я вот заметила, что сейчас, накануне президентских, в своих оценках в основном пишут так: мы накануне грандиозного шухера, что-то будет, вот, как-то надо даже готовиться к этому. А Анатолий всегда говорит одну фразу, он говорит все время: наше молдавское болото. Не, мамалыга не взрывается, мне приписывают такое. И выражение. Про болото вы тоже говорите, да, очень часто. Почему? Ну, если оставить в стороне такие хлесткие выражения, типа болото, мамалыга и прочее, прочее, то видно, что не все благополучно в датском королевстве, если говорить о Республике Молдова. Я имею в виду настроение в обществе. Угу. С одной стороны, мы стремительно катимся к 25-й годовщине, да, угу, нашей независимости. С другой стороны, люди вроде бы участвуют в выборах, но не верят, что от них что-то зависит. Не верят в то, что эти выборы справедливые и корректные. Да? И вот получается такой глубокий диссонанс. 25 лет назад нам на голову свалилась независимость, а судя по всему, мы не очень-то сумели ею распорядиться. И 15-й год был годом таких политической турбулентности, появилась гражданская платформа, где я успел тоже побывать, акции протеста, аресты некоторых политиков, отставки правительств, наш президент заявил, что ему кто-то там угрожал. В общем, было достаточно забавно, если говорить о том, что с одной стороны мы объявили себя демократическим государством, с другой стороны, вот у нас проблемы с этой самой демократией. И сейчас наблюдается такая фаза, какой-то, с одной стороны, моральная депрессия, мне так кажется, в обществе есть какая-то депрессия. Но с другой стороны, придет осень, нам объявят список кандидатов, и начнет опять вот это бурлить что-то там такое. И ведь, собственно, знаете, в чем... Да, сейчас принято говорить, я отношусь к тем, которые утверждают, что захвачено государство, что там есть какой-то нехороший господин Плохотнюк. Правда, непонятно, что делать с теми, которые выстраиваются в очередь, чтобы продаться. Да, но это другое. Ох, как хочется сейчас задать вопрос, кого конкретно вы имеете в виду? Ну, так я... Список, наверное, достаточно длинный. Но в то же время, ежели общество увидит в списке этих кандидатов кого-то более-менее вменяемого и пользующегося каким-то капиталом доверия, то вполне возможно, что это недовольство, которое и существует в обществе, мы преодолеем эту пассивность, это состояние депрессии. Возможно, оно выльется вот в какие-нибудь электоральные сюрпризы. И вот это изменение, я часто, знаете, что вспоминаю, когда смотрю на общество, в котором живу, и вспоминаю первую избирательную кампанию Барака Обамы. Yes, we can. Да. Да. Мы могем. Ну, потом наши, не будем говорить, какая партия, попробовали под таким же слоганом. Это, да, это совершенно, я имел в виду о социальное, о настроение в обществе. И вот эти выборы, они дают нам шанс почувствовать, что вот мы что-то смогли, мы сделали какой-то шаг. Другое дело, что
Я вовсе не рассматриваю эти выборы как конец истории или там что-то такое. Эти выборы будут всего лишь шагом. Важно определиться, куда. Потому что за ними должны последовать... Я не верю в досрочные выборы, в эти сказки. Точно как же не верил в 2015 году. У меня есть такая плохая привычка, когда кто-то предлагает какую-то идею, я задаю в первую очередь себе вопрос, а как это можно реализовать? Вот досрочные выборы. Ну, не получается. Поэтому надо готовиться к парламентским выборам, потому что на парламентских выборах берут власть реально. И поэтому президентские выборы, они важны с психологической точки зрения, когда общество поймет, что вот мы что-то смогли. Чтобы называть вещи своими именами, мы избрали кандидата, который не сидит в кармане господина Плохотнюка. То есть, ну так, чтобы было понятно. Да. И вот если мы это смогем, тогда можно будет, будем иметь моральное право готовиться к парламентским выборам. Потому что, как вам сказать, я вспоминаю иногда 70-й год, когда я пришел на завод виброприбор молодым специалистом. Весь завод гудел, потому что один старший инженер купил «Жигули». Я к тому, что речь не идет о материальных чисто величинах, что вот у нас плохо, потому что мы бедные. Конечно, можно предположить, что мы бедные, когда я вижу, что большинство девушек почему-то носят джинсы рваные на коленке. Наверное, это бедность, да? Или вы улыбаетесь, наверное, я что-то не так понял. Да? Что-то не так поняли, да. Ну, я в защиту девушек. Бывает. Вы знаете, я вас слушаю, и сейчас вас, наверное, удивлю, потому что вы говорите все-таки оптимистично по сравнению с другими, значит, политическими комментаторами, аналитиками, потому что сейчас все-таки не так. Все пропало, гипс снимают. Нет, да? Вы знаете, велик процент тех, кто до конца все-таки не уверен в том, что эти выборы состоятся президентские, и велик процент тех, кто говорит, что вот как раз власть думает, как выйти, значит, из того пике, в которое они вошли, и думает якобы о возможных... Какой пике? Все под контролем. Да, хорошо бы узнать, по чьим. О смешанной системе. Вы же слышали, сейчас вот модные две темы, да? Первое, говорят, а будут ли, собственно, выборы? Когда я с женой хожу на базар, я не чувствовал, что эти две темы модные. Да, ну я вам открою тайну, не только на базаре люди общаются, потому что вы, например, я смотрю, вы не активный пользователь соцсетей, вот сейчас моднее там сидеть. Я вам потом расскажу, как открыть, значит, свой профиль. То есть вы еще оптимистично смотрите на эту ситуацию? Вы говорите о выборах президентских как о чем-то, да, как о чем-то реальном? Во-первых, последние годы нам продемонстрировали, что в Молдове нет ничего невозможного. Ну вот смотрим, читаем статью 98 Конституции Республики Молдова. Там написано, что президент после консультации с парламентскими фракциями предлагает кандидатуру премьер-министра. Появляется решение Конституционного суда и объясняет, что так как президент избран парламентом, а в парламенте, если создается большинство, тогда президент может консультироваться, может не консультироваться, но он обязан согласиться с этим кандидатом. Точно так же получается и с прямыми выборами президента. Вот одна политическая партия при поддержке других политических партий, люди вовлеклись, собрала 405 тысяч подписей за проведение референдума по каким-то четырем вопросам. По моему разумению, эти три, по крайней мере, вопроса были совершенно нелепыми. Но это яка страна, такие теракты, да. Ну, то не будем. Ну, есть о чем, да, говорить. И вдруг... И вдруг появляется, после того, как было понятно, что эти подписи собраны, вдруг появляется решение Конституционного суда, которое нам объясняет, что в 2000 году мы нарушили процедуру. Вернее, сегодня наши избранники нарушили процедуру. И мы возвращаемся к нормам 2000 года, правда, с небольшой поправкой. Уже кандидат в президенты 35 лет, это нужно 40-летний. Да. Поэтому у нас ничего нет невозможного. И если исходить из, вот говорят, да, так я тоже слышал, что, например, в Global Business Center сейчас столкнулись с ситуацией, что у них нет такого кандидата, который выиграл бы выборы. Поэтому можно аннулировать выборы. Но, знаете, если говорить о том, что
какая-то система находится в процессе деградации, а наша демократия, она находится в процессе деградации. Я просто воспринимаю президентские выборы как шанс на точку перегиба в этой деградации, как шанс. Не как гарантия, а как шанс. То тогда, конечно, мы можем исходить из того, что ничего невозможного нет. Может быть, нас завтра объявят монархией. Вот хоронят королеву Анну, народ румынский, так сказать, в трауре. Ну, у нас день траура да. объявлен. Ну, может, да? и у нас объявят монархию. Нет, уже... Поэтому в Швеции монархия и ничего живут. Бельгия монархия и ничего живут. Поэтому мы можем, конечно, ерничать, но сам факт, что у нас, когда мы обсуждаем различные сценарии развития событий, у нас нет никаких рамок, это говорит о том, что не все благополучно в датском королевстве, что у нас можно перевернуть все, начиная от конституции. А насчет избирательной системы, то я отношусь к тем, которые в 93-м году мы казались себе очень умными, когда предлагали эту абсолютно пропорциональную систему. Тогда общество значительно более, так сказать, ну как, было чувствительно к проблеме Приднестровья, и вот нам казалось, что если вся территория страны объявлена единым избирательным округом, тогда те на левом берегу не смогут сказать, что мы не принимали участие в выборах соседнего государства. Ну, таковыми мы были, ну, наивными, что тут скажешь. И теперь мы констатировали, что эта избирательная система плохо работает, не так, как нам хотелось бы. А в то же время мой хороший знакомый Игорь Бацан как-то обратил внимание, что в этом мире есть около 90 избирательных систем. Но я уверен, что ни одна избирательная система не работает, если нет гражданина, который себя уважает и который не позволяет себя вовлекать в тупой лохотрон, который называется у нас избирательной кампанией. Поэтому я считаю, что политики играют свои игры, а уже общество должно решить, как оно реагирует. Потому что с того момента, как у нас нет абсолютной диктатуры, кровавой, да, там, то остается windows of opportunities, то есть окно возможностей. И я, как гражданин, я остаюсь оптимистом, потому что, говорят, какое-нибудь реле достаточно сложно закрыть. Да, да. Открыть проще, а закрыть сложнее. А у нас все-таки страна. Да, и поэтому не будем торопиться объявлять ее несостоявшимся государством. Ну, хватит того, что оно захваченное. Ну, вот... вы все-таки жестче говорили о независимости. Я вот потрудилась посмотреть, да, как вы оценивали. Ну, наша независимость, да, она... Да, вы очень просто. Вот одно из ваших интервью вы сказали так. На заре независимости перед Молдовой стояли всего три задачи. Консолидировать общество на основе гражданства, создать государство и национальную экономику. Вот я так посмотрела, мы хоть с чем-то справились? Нет. Нет. Ну, нет. Поэтому у вас оптимизм с пессимизмом, по-моему, перемежается. Нет, нет, нет. Я, если уж цитировать себя, это во мне возраст говорит, да? То диагноз не должен звучать приятно для ушей пациента. Диагноз должен быть правильным. И когда наше общество хочет жить лучше, потому что у нас, к сожалению, есть там четверть населения, которое вообще хочет уехать из страны, оно хочет жить лучше, но понимает, но не верит в то, что может жить лучше здесь. Это плохо. Мне кажется, это мягко, что не верит всего четверть, их больше. Ну, по крайней мере, я исхожу из опросов. То есть, ну, хорошо. Опросы – это такое дело, что много зависит от того, как сформулирован вопрос, в каком контексте, какая погода на улице, что произошло. То есть, но тем не менее... А главное, так... кто задает? Какое социологическое, да, нет, агентство? Давайте еще? Так договоримся, что в Молдове есть профессиональные социологи, которые зарабатывают не только на тех опросах, которые публикуются в масс-медиа. Они дорожат своей репутацией, и, соответственно, они блюдут себя. Потому что единожды скомпрометировавшись, они утратят своих заказчиков. Поэтому я прекрасно понимаю вашу иронию. Я еще помню тех так называемых социологов, которые приходили к политическим лидерам и говорили, дай $100, я тебе нарисую 50%. Это тоже было.
было. Да, поэтому я все-таки исхожу из того, что если 3-4 социологических опроса появляются, и они где-то не противоречат друг другу, значит, это какая-то тенденция прорисовывается. И в этой ситуации я возвращаюсь к тому, что кто-то, возможно, уедет, кто-то хочет уехать. Но выборы – это шанс. Это не панацея, это не гарантия, это шанс. Ну, если вы так о выборах говорите, то давайте, вот мне интересно послушать вас по поводу расклада. Потому что вы достаточно часто говорили о том, что происходит на правом фланге, да, вот вы говорили об объединительных тенденциях. С другой стороны, мы видим, как ведет себя власть, ведет себя странноватенько, прям-таки скажем, потому что если посмотреть, сколько времени осталось до выборов, у нас никаких новостей, кто пойдет, значит, от партии власти. Как вы видите вот на сегодняшний день? Давайте будем исходить из того, что сегодня правильнее говорить о настроениях в обществе. А если говорить о политических раскладах, то нужно увидеть список зарегистрированных кандидатов. Потому что, когда мы видим эту процедуру, когда нужно собрать не менее 15 тысяч подписей там, в определенном количестве районов и муниципиев, и эти подписи должны быть подвергнуты контролю со стороны Центральной избирательной комиссии, то мы живем в отравленном обществе, где мы не верим ни во что. И в том числе мы считаем, что власть может зарезать, зарубить, выкинуть неугодного кандидата еще на фазе регистрации. Так это будет или не так это будет. Поэтому, если говорить о конкретных шансах того или иного кандидата, можно это правильнее делать методологически, когда у нас будет список зарегистрированных кандидатов. В том числе, когда нас осчастливят тем кандидатом, из-за которого будут видны уши господина Прохопнюка, то есть партика. А может быть, их будет несколько? Ну, не обязательно один. Может быть, да, может быть. Поэтому сейчас я что могу сказать? Если вспомнить достаточно турбулентный 2015 год с акциями протеста, которые, на мой взгляд, были неэффективными, и в этом большая политическая ответственность тех, кто их организовывал, да? Это моя личная точка зрения. Ну, не что? Хочется вас уколоть, но хочется вспомнить. А колю, потому что когда организовывалась платформа, то чаще всего две фамилии произносили: Нантой и Бацан. А потом произносили только Бацан. Куда делся Нантой? А никуда не делся. Нантой просто тошнотворно правильный. Потому что когда это так называется. Когда мы думали о том, что такое гражданская платформа, мы появились манифестом, и мы подчеркнули, что это не политическая партия. И когда меня прельстил Юрий Лянко... Ах, страшно спросить, какие прелести он вам предложил? Да никаких прелестей, просто я старался быть корректным. То есть если гражданская платформа сказала, что это не политическая партия, в то же время я понимаю, что есть опыт солидарности в Польше, то есть мы уже начитаны это. Но я понимал, что для того, чтобы изменить ситуацию в стране посредством прихода во власть, нужно строить партию. И была фаза, так сказать, определенных ожиданий. Нет, я могу только сказать, что если бы во мне были политические амбиции такие, знаете, потому что нельзя стать политиком без амбиций. Ну, правда, у нас бывает другая крайность, только амбиции. И я хочу закончить свою мысль. Я должен был остаться в гражданской платформе. Я должен был раскручивать себя красивого, любимого через гражданскую платформу. А потом, за 3 месяца до выборов, превратить платформу в партию и пойти как... Да. Ну, задним умом... Нет, вы сейчас лукавите, потому что в отношении амбиций у меня никогда не было сомнений, что у Нантоя амбиции были, есть и наверняка они будут. Меня знаете, что в этом вот во всем несколько смущает? Вот очень часто критикуют протесты те, кто мог бы внести хоть какой-то свой личный персональный вклад. А я и вносил. Знаете? То есть по 10 километров ходили?
ходил. Зимой. Да? Я вас не видела, когда я видела нет. видеосъемку, когда вот три лидера, знаете, там на дворе минус 15, и вот они, значит, в сторону Скулянки. Свое мы отстояли перед микрофоном, на площади стояли. Это другое, согласитесь. Почему? Ну, согласен. Перед микрофонами активные протесты. Нет, я имел в виду совсем другой аспект. Ну, это уже прошлое. Когда я говорил о том, что эти митинги должны были бы быть, теоретически могли бы быть более эффективными, я имел в виду, что тот список требований, которые высью по древу растеклись, да, отставка всех и вся, в том числе нашего президента, да, у меня был другой подход, что нужно избрать один элемент структуры, который называется «захваченное государство», и бить в этот элемент. Исходя из того, что если выбить один элемент, так, может быть, начнет сыпаться структура. Uh-huh. Но это, я вам, как вам сказать, есть разница между математиками и инженерами. Математик, он легко пишет ноль, бесконечность, а инженер, он работает с конкретными вещами, где компромисс является неизбежным в технике. То есть, поэтому со стороны, конечно, легче критиковать. Но я исхожу из того, что вернемся к тому, что в нашем обществе настроение. То есть достаточно очевидно то, что около 80% в обществе испытывает протестные настроения. Власть нужно менять. Больше 60% еще не так давно хотели досрочных выборов. Люди понимают, что мы живем в захваченном государстве. Около 40% называют конкретное имя. И в чем заключается интрига и, скажем так, шансы для политиков? Они должны предложить обществу рациональный сценарий, который позволит этих людей, которые сейчас сидят в своих нишах разочарований, фрустрации, как мы говорим, и так далее, чтобы их еще раз мобилизовать и чтобы люди все-таки пошли на выборы. Но для этого политики должны предложить обществу достаточно убедительный сценарий, убедительных актеров. И вопрос остается открытым, будет ли реализован подобный сценарий. Потому что мы живем в условиях нелояльной конкуренции. Во времена Владимира Николаевича Воронина я, по-моему, лет 5 не присутствовал ни на одном телевизионном канале. Сейчас вот вы меня пригласили. Слушайте, вы так сидите, скромничаете, как будто вы вот последние, не знаю, года два ко мне регулярно на программы не ходили. Не-не-не-не-не-не. Я имел в виду, что без того, чтобы... ведь у нас же много телевизионных каналов. И я помню, как меня приглашали и на другие телевизионные каналы. С некоторых пор... Вы знаете, мы показывали вас прыгающим с парашютом. Это никак не нивелирует недостаток. Ну, это можно заснять каждую субботу-воскресенье. Но... Не будем этим злоупотреблять, но я могу вам ответ сказать, что вам тоже удалось меня удивить. Вот недавно вы так заговорили о своей роли в 2015 году, я имею в виду, когда вы пытались платформе. Участвовать. У вас большой политический опыт. Вы действительно, ваше имя ассоциируется со многими партиями, да? Ну, да. Все помнят, и социал-демократическая. Народный фронт. Ну, это классика жанра, ту программу, которую вы так не хотите вспоминать, вам задавали просто неудобные вопросы на эту тему. Это демократическая Чем партия. Чем старше я становлюсь, тем меньше неудобных вопросов. Я сейчас постараюсь компенсировать. Okay. Да? Значит, демократическая партия, опять же, попытка платформы. Вы знаете, вот вы меня удивили, когда я увидела вашу фамилию среди руководства, значит, партии «Лянка». Я подумала себе Народная так. Народная европейская партия. Почему вот мы идем по этому пути? Партия Филата, партия Лянка, партия Потому Ворона. Что у нас все партии заточены под лидеров. Ну, давайте как-то немного будем, скажем так, хотя бы помогать. Извините, я просто... Вот вы меня сейчас перебили, у меня вот есть подозрение, что вы не мы хотите договорились, сейчас что у нас будет, что у нас будет до конца диалог. Мой вопрос. Да, пожалуйста. Потому что он, на самом деле, для меня он интересен.
я удивилась, зачем вам это было нужно? Неужели Нантой с его опытом, подумала я себе, не может просчитать, чем это все закончилось? Вот честное слово, я знала, что будет так. Для меня было удивительно, снимаю что шляп. Вы не знали. Снимаю шляпу. Дело в том, что, скажем так, окей, вы сказали политический опыт, но у меня нет опыта, скажем так, идти по трупам и цель оправдывать средства и прочее, прочее. Наверное, во мне сидит какой-то процент заурядного лоха, который поверил в то, что вот какая симпатичная команда, и вначале все было более-менее, на площади стояли палатки, ветер, дождь, люди записывались, собрали там, потом пришли выборы местные, создали это, народно-европейскую платформу, партия была, не была зарегистрирована, и больше 4000 человек участвовали по спискам этой партии в выборах. Ваш покорный слуга там боролся с Тарином Киртак и Зинаиды Гречаны. А потом пришел момент отрезвления, когда я понял, что что-то не так. А именно, я вот говорил о том, что настроение в обществе протестное. И тогда был шанс исторический для Народно-Европейской партии, если бы мы идентифицировались с этими протестными настроение в обществе, однозначно. Ну и тогда я понял, что не будет этого. И просто успокоился. Потому что в партии не один я. Если партия считает, что так лучше, то хай будет гречка. И единственное, что вот есть какие-то пределы, красные линии. Вот когда мы подошли к этой красной линии, Баба Яга сказала нет. Угу. Да, я неспроста начала нашу беседу с болота, потому что в последний раз вы упомянули о болоте в контексте вашей политической биографии. Вот смотрите, отвечая на вопрос, покинет ли он ряды Европейской народной партии, Нантой сказал, слишком рано строить планы в болоте Молдовы. Да. Сейчас еще тоже рано? Да, конечно, потому что, во-первых, у меня нет каких-то личных амбиций, я вернулся к положению гражданина, ситуаен, который считает, что в обществе есть шанс, и в той или иной ситуации, возможно, я могу добавить 1 миллиграмм чего-то с тем, чтобы этот шанс был реализован. Но как сейчас... Вы на самом деле полагаете, что все это со стороны вот так выглядит? Что вот есть гражданин, он член партии, но он гражданин. Вы знаете, и который говорит о неких шансах. Хотите, скажу, что говорят люди? Вы знаете, что я вам скажу следующее. Да. Мне мало волнует то, что говорят люди. С того момента, почему как же? Я утром это смотрю интересно. На себя в зеркало, да, это главный тест. Все, точка. Ну, обо мне могут говорить... Говорите, я умный, знаете, что я шел по улице лет 10 назад, и один... «О, дом Нантой?» Я говорю, «Да». «А где телохранители?» Люди говорят, что вы живете в трехэтажном замке. Не, я живу на 7-м этаже. Не, ну я могу подтвердить, потому что даже один раз я помню, как вы собственноручно заливали там что-то, заливали в машину. Да. Да, заливал, то есть я поняла, что у вас нет телохранителей. Нет, я все-таки настаю, потому что как это выглядит со стороны? Как бы вы не хотели это слышать, вы все-таки это слышите. Как-то да. Все равно. Со стороны это выглядит так. Та партия, в которой является вице-председателем господин Нантой, она пошла на сотрудничество с властью, с тем самым ужасным плохотником. И народ себе думает, ну, как поведет себя тот самый Нантой? Да? А у Нантоя на самом деле есть два варианта. Первый. Нантой может стать жертвой. Вот он сидит и ждет, и думает, вот пусть меня исключают они. Да, я почему там буду, жертва? Я буду. Не, ну если они вас исключают, вы автоматически становитесь таким вот пострадавшим да в этой вам. Ситуации. Не, ну послушайте. Есть второй вариант, Нантой бунтарь. И он сделает то, что он делал до сих пор. Он обычно уходил, когда ему не нравилось то, что происходит. И советник президента, когда он был, да? Вот, конечно. И последний раз он ушел от демократов в знак несогласия с того, что там происходит.
Ну, так как бы вот кем вы будете, жертвой или бунтарем? У вас третьего варианта нет. Да не надо. Во-первых, жертвой я принципиально не хочу такой вариант рассматривать. Mm-hmm. Я достаточно независимый человек. И ни о каких жертвах речи быть не может. Бунтарь? Ну, хорошо, бунтарь. Вот на улице немножко попрохладнело, но на улице все-таки август, мертвый сезон. Mm-hmm. Чего бунтовать-то? Mm-hmm. Вот когда... Когда все телеканалы вернутся к активной работе? Может быть. Ох, как вы это так? Вам кажется, что это так загадочно звучит? Управляемый бунт, управляемый термоядерный синтез. Да хотите, я вам скажу, как это будет на самом деле. Если вы не намерены стать жертвой, то у вас есть только один вариант. Вы дождетесь какого-нибудь решения, которое вас возмутит, а вы человек эмоциональный. Вот что бы вы сейчас про себя не говорили, вы достаточно быстро поддаетесь эмоциям. Вас это достанет, эта ситуация. Вы выйдете после заседания муниципального совета и скажете: «Все, надоело, да? Я ухожу. Может быть, ко мне в эфир придете, я вас позову». У нас какие-то качели. То мы говорим чуть ли не о судьбах нашей маленькой страны, то сконцентрировались на моей скромной личности. А вам просто неприятно об этом говорить, а мне интересно. Потому что на самом деле ведь речь не только о вас как о личности. Вы просто единственный человек, который выразил несогласие с тем, что решил сделать целую партию. Знаете, есть нюансы. У нас бывает не так часто. Потому что, знаете, вот эти разговоры, знаете, я всегда смеюсь, когда говорят: а не надо уходить, вот надо реформировать партию изнутри. Я всегда начинаю хохотать, потому что я себе могу представить, как вот так вот внедриться, да, вот в партийные структуры, ты один. И ты начинаешь реформировать партию изнутри. Это очень смешно. Ну, во-первых, давайте вернемся к тому, что наши политические партии, они, в общем-то, достаточно смешные. Если посмотреть на нашу бурную историю партийного строительства, да, нашей многопартийности, каких только партий у нас не было, возможно, еще и будут, потому что, и, к сожалению, у нас все эти партии строятся вокруг лидера. Да. И вот, опять же, мне было очень интересно обсуждать эти вопросы с Барбарошей, с Бацаном, с другими. То есть, ведь фактически, что такое партия? Это люди, которые разделяют определенные принципы и ценности. Mm-hmm. Да? Да. А что такое принципиши валор в молдавском обществе? Это повод для сардонической, саркастической ухмылки, да? То есть мы же не верим. Ну, просто это уже это словосочетание стало таким нарицательным. Известного политического персонажа. Вот. А ведь, нет, я не становлюсь в позу моралиста. Мы с вами обладаем хорошей памятью, помним много политических партий. И фактически эти партии, они строятся вокруг какого-то лидера, и они основываются либо на каких-то мифах, либо против кого-то. Mm-hmm. Ведь давайте вспомним 24 марта 2005 года. Парламент единогласно голосует за заявление о национальном консенсусе в перспективе европейской интеграции. Да. Консенсус. Проходит пару лет. 3 мая 2007 года одна партия получает скромные результаты на местных выборах. Партия коммунистов. Начинаем закручивать гайки. И появляются баррикады, коммунисты, антикоммунисты. То есть танцуют все. И людей гонят на баррикады. И это является основным инструментом, который используют наши политики в предвыборной борьбе. И покажите мне ту политическую партию, которая выходит к избирателям, и главные избиратели воспринимают это как что-то важное. Например, с реформой налоговой системы и местной администрации. Я уже молчу про проблему объединения страны, проблему консолидации населения на основе гражданства, не ассимиляции, не создания второго румынского государства или там молдавского сталинского государства, а именно молдавской гражданской нации. Мы эти проблемы даже не обсуждаем. У нас тукшины есть, баррикады. Коммунисты, антикоммунисты, сейчас Плохотнюк против Плохотнюка. Вот это наш уровень. И
скажем так, с одной стороны, это так, с другой стороны, вот вы сделали ссылку на социальные сети, интернет, появляются новые формы коммуникации, появляется новое поколение, которое, в отличие от меня, не помнит смерть Сталина. И хочется верить, что, в общем-то, капля по капле начнется, скажем так, то количественное изменение, без которого политический процесс превратится в хождение по кругу или в скатывание по спирали. Ведь мы говорим о том, что общество, наша политическая демократия деградировала. И как-то на днях читал что-то из Черчилля, он говорил, если диктатор захватывает контроль над целой страной, то неправильно винить его, только его в этом. То есть часть – это наша вина, наша ответственность гражданская. Поэтому, возвращаясь к тому, что в обществе существуют протестные настроения, глубокое недовольство, да, мы еще не доросли до того уровня, когда, скажем так, граждане не позволяют политиканам манипулировать собою, но я воспринимаю осень 2016 года как шанс. Не как гарантию, как шанс. Посмотрим. Хочется вам этот вопрос задать по поводу того, а сами вы думали о себе, как о человеке, который может попробовать себя? Давайте так договоримся, что... Вы же пытались один раз. А, нет, если вы имеете в виду 2012 да, год, когда да. Ну, это была такая веселая плеуха, которую мы выдали нашим проевропейцам. Ну вы же помните. Ну, я помню. Они замордовали всех. Угу. То есть они наплевали на конституцию, на общество, на все. Все общество считало, что вот корова не доится, соседка не любит, потому что нет президента. Дайте нам президента. И когда они вообще уже скатились в полный маразм, мы устроили эту шутку. И мне кажется, вообще все было проще, потому что, знаете как, про вас можно понять одно. Вы человек, который любит эпатировать. Ну вот да, вспомните, как я появился в студии с Калашником. Да. То есть вы любите привлекать к себе внимание. Не, почему? А почему, разве нет? К себе. Ну, когда вы появились в маске с автоматом избитой, по-моему, да? Я правильно перечисляю? Да, с георгиевской ленточкой. Ну, вот это я как бы не понимаю, но ну, хорошо. Раз у вас это не было, будем, значит, да. Теперь, упомянем и теперь об этом. Ревино на нон мутон. Когда, это, наверное, не является государственным секретом, после 4 марта представители 4 политических партий были в Германии. Их пригласили. Не знаю, кто, меня там не было. Но, насколько я понял, там обсуждалось следующий сценарий. Первый сценарий – это пакт о неагрессии. Да? Второй сценарий – создание общей платформы. Второй уровень и третий – выдвижение единого кандидата. И когда речь шла о выдвижении единого кандидата, то там были два варианта. Первый вариант. Я являлся сторонником первого варианта, когда политические партии предлагают какого-то кандидата, который достаточно известен обществу, но не идентифицируется только с одной какой-то политической, не является политическим лидером, скажем так, и предлагают его в качестве кандидата на должность президента. В чем здесь два аргумента в пользу этого сценария. Первое. Власть берут на выборах в парламент. И партийные лидеры, я здесь не хочу там конкретно называть какие-то фамилии, они должны готовиться к тому, чтобы приход во власть, возможный приход во власть новой политической волны не был связан с предыдущими разочарованиями. Надо, наконец, учиться из собственных ошибок, если мы не способны изучать опыт других. И в этом смысле я считал, что более рациональным было бы кого-то выдвинуть кандидатом на должность президента, а лидеры, чтобы занимались, заключили бы какой-то пакт и продемонстрировали урби эт орби, вот этот будет премьер-министром, этот генеральным прокурором, то есть мы идем во власть. И второй сценарий, когда политические партии выдвигают одного из политических лидеров. Здесь есть нюансы, потому что если один идет, то а другие партии обязуются этого лидера поддержать. Тогда
люди как-то начинают больше ориентироваться в пользу той партии, чей лидер выдвинут кандидат. То есть получается такой легкий перекос и дискомфорт. И когда еще, так сказать, ситуация была достаточно неопределенной, тогда в определенных кругах обсуждались разные фамилии. Ион Стурза, Вазон Антой, Аркадий Барбароши, Игорь Бацан. Ну, много было фамилий тогда. Да, поэтому я к этому относился совершенно спокойно. У меня нет комплексов на предмет того, что стать возможным кандидатом. Но в то же время, как вы уже упомянули о моем большом политическом обществе, о опыте, я понимал, что нет поводов для суеты там, и так далее. Все решают эти политические партии. Между тем, из четырех партий остались три. А эти три партии несколько дней назад, наконец, появились перед общественностью и в одной из телевизионных передач и заявили, что в соответствующий момент один из двух лидеров станет кандидатом. Поэтому вы поняли, что вы... Я беру свой парашют и иду на прыжки с парашютом. То есть в кандидатах, судя по всему, мы вас не увидим? Нет, не то, что судя по... А однозначно. Хорошо, вот если вы заговорили о правом фланге, на самом деле сейчас очень многие обсуждают, кто это может быть. Вот мы с вами невольно повторяем правый-левый. А я вот никак не могу забыть, были такие веселые 90-е годы, и была газета такая «Республика», и там были карикатуры веселые, иногда достаточно вредные. Идеологом этих карикатур был я, и одна из карикатур выглядела следующим образом. Одна могила, на которой написано «КПСС», а на второй могиле было, по-моему, написано «Народный фронт». Из них произрастали цветы, новые политические партии. Когда мы говорим «правые и левые», мы исходим из того, что в нашем обществе после развала СССР сохранились социальные сегменты, которые по-разному воспринимают прошлое. И наши политики проституируют на этом прошлом. Вот вы упомянули ту триединую задачу о консолидации. Общество, создание национальной экономики и создание функционального правового государства. Я не сказал демократического, правового хотя бы. Да? Понимаете? И наши политики проституируют на прошлом. И второе румынское государство, это называется правый. А тот, который говорит, что мы молдаване, и нога румынского жандарма не ступит на территорию Молдовы, это называется левый. Это диагнозы, два диагноза нашего общества. И эти политики, которые правые и левые, для меня другая... Это важно, но вы, в принципе, сейчас не открываете Америку. Я не открываю Америку, да, но я хотел бы уточнить эти моменты, потому что для меня, например, мы ленивы, провинциальны и не хотим, скажем так, изучать фундаментальные вещи. 93-й год, Копенгагские критерии, которые сформулированы для стран... И я исхожу из того, что Молдова не обязательно должна стать членом Евросоюза. Это вовсе не является самоцелью. Молдова должна стать государством. Мы же муляж на сегодняшний день. Вы это, господин Улянко, говорили, эти ваши мысли по поводу Молдовы и Европейского Союза? Это не является самоцелью. Нет, ну я задала вопрос. Нет, подождите, не надо. Зачем там? Нет, ну просто вы же понимаете, что у нас сейчас европейская интеграция за неимением другой идеи. Это лозунг, который превратился в... политики наши скомпрометировали этот лозунг. Потому что, европейская интеграция. Это те, которые воруют под лозунгами европейской интеграции. Да. Я и скажу из своей личной позиции, что есть копенгагские критерии. Первый критерий политический – это стабильность институтов правового демократического государства, которое обеспечивает соблюдение прав человека и гарантии соблюдения прав меньшинств. Вот этого у нас нет. Это не для Евросоюза, не для Меркель, не для кого-то там. Это для нас надо, потому что у нас пока что страны нет. И в этой ситуации я считаю, что если вот у нас будет вменяемый президент, то одна из
стратегических задач этого президента, чтобы он собирал тех людей, которые понимают, что значит создать государство. У нас этого еще нет. Мы какое-то кривое, косое недоразумение, из которого самые активные молодые хотят удрать. Но да. Я остаюсь оптимистом, потому что мы можем, как в марафоне, преодолеваешь мертвую точку, приходит второе дыхание, и приходит фаза «Yes, we can». Да. И в этом смысле непочатый край работы не для правых и для левых, а для людей, которые понимают сложность задач, которые знают, как это делают эволюционным путем, шаг за шагом, и с тем, чтобы прийти к той фазе, когда это государство станет ценностью для его граждан, мы станем уважать себя и будут уважать нас. Красиво сказали. Ну, хорошо. Возвращаю вас. Нет, почему же? А что вы сразу так какой-то такой колючий? Вы даже похвалишь вас, вы тут же во всем видите подвох. Я не сейчас люблю, когда подвох будет хватит. Сейчас. А я не хвалю вас, я вас внимательно выслушиваю и пытаюсь вот на самом деле что-то из вас вынуть, потому что вы не очень как-то любите распространяться о своих планах. А тем не менее, как вы сейчас себя будете вести в муниципальном совете? В муниципальном совете ну, смотрите, партия... давайте так, для зрителей больше, да, я поясню. То есть партия, которая подставила плечо, как у нас модно говорить, партии власти, наверняка теперь будет поддерживать нашего генерального примара, да? Нет. А как это будет? Я являюсь автором этой шаловливой идеи привести в день 30 октября референдум, на который вынести вопрос о недоверии нашему генеральному примару. Я не участвовал в этих переговорах с правящим большинством, или не знаю, как его назвать. Но там были нюансы на предмет того, что... Но есть решение муниципальной организации, Народной Европейской партии, идти на организацию этого референдума. Члены нашей партии участвуют в этой инициативной группе вместе с представителями гражданского общества и другими политическими партиями по сбору подписей в пользу проведения референдума. Угу. Если по чечайне наша молдавская Фемида не обрубит нам крылья, то мы пойдем по этому сценарию. По крайней мере, исходя из того, что мы общаемся между собой, наши пятеро муниципальных советников, не все из которых являются членами партии, но так легла карта. Мы же были платформой, мы не были партией. На сегодняшний день мы продолжаем участвовать в этом сценарии. Я считаю, что это принципиально важно в Республике Молдова, не только в Кишиневе, создать прецедент, когда люди могут, скажем так, демократически, спокойно через референдум выразить свое отношение к тому или иному избранному человеку, в данном случае генеральный примар. Другое дело, я хочу сказать, что к сожалению, наша деятельность в муниципальном совете напоминает длящийся уже год кошмарный сон, когда мычишь и не можешь проснуться. Да? Нас 5 человек, в муниципальном совете 51 человек. Законодательство такое, какое оно есть. Ряд фундаментальных решений, которые мы приняли, не были подписаны секретарем, и они не вступили в силу, например, Руслан Кадряну является, который имеет колоссальный опыт в области администрации, менеджмента, он является председателем комиссии, которая должна подготовить реформу примарии. Ничего крамольного. И вот это решение не подписано и осталось в подвешенном состоянии. То есть есть вот это противостояние, оно стало самоцелью и, к сожалению, за этим люди забыли о том, что в этом городе 800 тысяч человек, в этом городе хаос с общественным транспортом, хаос на дорогах. Я живу недалеко от центрального рынка, это вообще какая-то клоака. То есть это масса проблем, которые не решаются в этом городе. А мы там занимаемся какими-то разборками в ситуации, когда проблемы города не решаются. Поэтому здесь на сегодняшний день, вот на сегодня, я могу сказать, что нет никаких изменений в нашей позиции, мы участвуем в этом проекте. Куда кривая вывезет, поглядим. Ну, будем, да, действительно, будем посмотреть, как говорят,
Скажется ли это решение, значит, партии, да, по сотрудничеству с властью, скажется ли на каких-то, не знаю, директивах или каких-то установках в отношении муниципальных советников? У меня есть мое мнение, мне кажется, непременно. Нет, вы знаете, ну, давайте поживем, инициативная группа создана. Угу. И поэтому я не считаю, что... Сейчас главное, чтобы мы получили вот эту официальную регистрацию, подписали в разумные сроки, потому что мы связаны именно с идеей провести референдум в день 30 октября. Угу. Почему мы предложили именно этот день? Потому что в этот день люди выйдут. Если, ну да, это если, со всех точек зрения удобнее, если и правильнее. Это и меньше расходов. Да, естественно. Да? Но если проводить в какой-то там день, например, 7 ноября, ну, да, то люди могут просто не выйти. И тогда, то есть каждый недоволен в отдельности, а так, чтобы прийти и проголосовать за или против, вот это, с этим у нас проблемы. Достаточно вспомнить 5 сентября 2010 года. Да, ну тогда все-таки осознанно саботировали. Да, да. Я благодарю вас за эту беседу. Наше время вышло. Я не знаю, какое вот, не знаю, вы сами себе прочите будущее, как вот мы увидим, да, вас в какой роли. Но на самом деле неспроста сказала, что вы... В качестве вредного гражданина. В качестве вредного... Не, ну то, что вы эпатажный человек, это значит человек, способный на поступки. И могу только пожелать, чтобы на хороший. Спасибо. Спасибо, что к нам пришли. И как я, кстати, вот настаиваю, когда решите сделать громкое заявление, welcome на Акчен ТВ, будем рады. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.